В общем, друзья, я шашлычок уже нанизал. Ждем угольков. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на Риттер ТВ. Сегодня у нас рубрика «Хочу пожрать». Сегодня мы будем готовить с вами шашлык. Рецепт мне прислал подписчик или подписчица, я не знаю, там не обозначено было. Факт то, что от подписчика этот замечательный рецепт. Рецепт с акасии. Так что, друзья, впервые с вами я его готовлю сейчас. Посмотрим, что из этого получится. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Друзья, перед началом ролика хочу вам посоветовать канал своего друга из Сибири. Федор ТВ называется канал. Вот такой вот человек замечательный. Готовит тоже сибирские блюда, там шашлычок, все. Так что советую всем посетить этот канал. Я думаю, некоторые уже его видели, потому что я выставляю его видео в сообщество. Мы с ним дружим. Реально, вот такой вот человек. Собирается скоро приехать в Германию. Уже был в Германии. Так что, друзья, даст Бог, свидимся с ним. И вы увидите его со мной вместе на видео. Так что, друзья, переходим по ссылке в описании. Подписываемся на замечательный канал Федор ТВ. Ну, а я сейчас вам покажу, что нам сегодня понадобится. Итак, друзья, не переключаемся. Итак, вот что нам сегодня понадобится. Свиная шейка, я взял почти 2 килограмма у меня. Кинза, зеленый лук, перец черный, соевый соус. Все, друзья. Нарезал я мясо вот такими вот кусками, небольшие и не маленькие, в самый раз. Сейчас будем резать лук, я так понимаю, полукольцами добавляем, и мельчим кинзу и тоже добавляем туда вовнутрь. Позже уже включимся. В общем, друзья, порезал я мясо, порезал я зеленый лук и порезал я кинзу. Вот такая вот красотень уже получается. А запах какой стоит. Теперь берем перец, добавляем перец. Это все по вкусу. Никакой соли, друзья. Соль мы не добавляем. Берем соевый соус и заливаем все соевым соусом. Аккурат вышло 300 миллилитров, и все это дело перемешиваем. Все, друзья, доктора вызывали, лучше одеть перчатки, потому что соевый соус он впитывается хорошо в кожу. Это еще лайфхак от меня, а остальное, конечно, все от подписчика, ну или от подписчицы. Так что, друзья, поехали, перемешиваем.
общем, все, мясо замариновано. И как подписчик написал, берем наше мясо, берем чашку и ложим под гнет на целый час. Так мы сейчас и сделаем. Лайфхак. Взял кирпич, фольгой обмотал, вот он гнет. Оба-на! Вот так вот, друзья. Так что занимаемся немного своими делами. Солнышко у нас вылезло. Ждем час, ну ждем буквально полчаса и растапливаем уже мангал. Так что встречаемся чуть-чуть позже. Друзья, у нас пока маринуется шашлык. Растапливать мангал еще рано. Я сел посмотреть те видосы, которые еще не видел, на Федор ТВ. Так что давайте вместе немного посмотрим. Вот такой вот канал Федор ТВ из Сибири. Много чего различного у него есть. В том числе и готовочка, купание, крещение. Заяц в казане — это вообще обалденная штука. Шашлык из свинины традиционный сибирский. Так что это вообще самогон делает. Короче, вот такие вот все дела. Друзья, подписывайтесь на канал Федор ТВ. Канал просто бомба. Вот мне нравится лично. И вам нравится. Я знаю то, что вам нравится готовочка. Поэтому советую вам посетить его. Я с ним, как уже я говорил, дружу. Отличный парень вообще, добрый. Так что, друзья, давайте подпишемся на него и передадим от Риттер ТВ огромный-огромный привет, друзья. Так что давайте ждем, мясо маринуется и встретимся уже у мангала. Так что давайте, друзья, не переключайтесь, а я пошел дальше смотреть самогон из пепси-колы. Ну что, друзья, прошло полчаса, я покопался, свои дела поделал, сейчас распалил угли, как угли подойдут, будет уже и мясо готово. И все, будем готовить. Так что, друзья, не переключаемся, а пока заходим по ссылочке в описании и подписываемся на канал Федор ТВ и смотрим его. Так что, друзья, не переключаемся. Сейчас будет жарко. Друзья, ну что, прошел час. Мясо замариновалось. Получил я такой необычный цвет. А запах какой. Ух, аж бомба, друзья. Бомба. Сейчас буду на шампура нанизывать. Пока у нас там еще угольки подходят. Ну или как в Сибири говорят. Не шампура, а шпажки. Так что все. Доктор Риттер опять в деле. Мясо мягкое-мягкое. Свободно через шампур проходит. Ну или через шпажку. В общем, друзья, я шашлычок уже нанизал. Ждем угольков. Вот так вот, я думаю, должно выглядеть. Подписчик предупредил, что не нужно зелень снимать с мяса, жарить вместе с зеленью. Так что, друзья, я готовлю сегодня не свой рецепт, а по рецепту подписчика. Так что попробуем, что из этого получится. Thank you.
Итак, друзья, ну что, наше блюдо готово, наш шашлычок готов. Посмотрите, какая красотень получилась. Вай-вай-вай-вай, мамаджан. Это просто обалдеть. Будем дегустировать, друзья. Я этот рецепт не знаю, как я вам уже говорил, но пахнет обалденно. Мясо сочное. Смотрите. Кайф. Просто кайф, друзья. Этого не передать. Вот реально. Я много уже рецептов перепробовал. Ну, этот рецепт, это просто бомба. Большое-большое и огромное спасибо подписчику за такой прекрасный рецепт. Это просто бомба. О, друзья, ладно, не буду вас дразнить. Хочу еще раз сказать подписчику спасибо за такой прекрасный рецепт. Рецепт из Хакасии. Умеют же люди делать, удивлять. Так что огромное спасибо всем. Не пожалеете, если сделаете и замаринуете мясо по этому рецепту. Я говорю, в первый раз его делал, но мне так понравилось. Обязательно еще раз сделаю. Гости будут, их тоже буду удивлять таким вот именно рецептом. На Федор ТВ обязательно подписывайтесь. Еще раз передаю привет в Сибирь, всем, кто меня знает, в Батуре, Федор ТВ. Я знаю, возле Хакасии, там Кубатура недалеко, Абакан. Ему передаю привет. Ну а также хочу еще раз скажу спасибо подписчику за такой прекрасный рецепт. Большое спасибо. Так что, друзья, присылайте рецепты. Буду по вашим рецептам готовить. Буду пробовать новые рецепты. А так что, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы получать оповещания о новых видео. Пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки, там уже сами оцените. Ну и обязательно подпишитесь на канал Федор ТВ. А так что, друзья, я буду дальше обедать. Вам главное здоровье, сибирского здоровья и всего самого наилучшего, друзья. Мы надолго не прощаемся, встретимся скоро уже в следующем ролике. Всем пока, друзья. С вами был канал Ритор ТВ.